Вы знаете, вот когда почищено, да, вообще идеальная дорога. То есть, а с солью-то машина, во-первых, у меня жена обувь кончила, ну это ладно, жена. Машина вся грязная постоянно. После отмены соли намного лучше. На высокой это нормально, в машине, в принципе, устраивает. Но получше бы убирали бы еще, долго убирают дороги. А так, в принципе, все хорошо. Стало чисто в детском садике, то есть приходим, вот это грязи, слякоти, вот этого всего нету. Единственное, нужно проработать момент, чтобы вот убирали вовремя с дороги, то есть вот этот снег, который сейчас лежит, просто эта ситуация должна устаканиться сейчас, я думаю. Автовладельцы Ангарска все как один вздыхают с облегчением. На городских дорогах стало чисто. Пусть местами они не идеальны, но главное, нет грязной жижи. Дорожным службам потребовалось почти трое суток, чтобы убрать проезжую часть после последнего снегопада. Техника работала круглые сутки. Перекрываем дорогу, потому что, сами видите, это тяжело. Ну, водители вроде понимают, нормально, ничего относятся к этому. Перекрываем, стараемся быстрее вычистить все, чтобы у них движение пошло. В первую очередь подрядчики очистили самые загруженные дороги, подъезды к городу и центральные улицы. Параллельно от снега освободили автобусные остановки и тротуары. Сегодня техника работала на второстепенных улицах. С начала недели подрядчики привлекли к работе более 50 единиц техники и сотню рабочих. В этом году для зимнего содержания дорог в Ангарске привлечено 5 подрядных организаций. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов, Алексей Выборов. Местное время.